что там еще осталось посмотреть. О, вот. Да. Не знаю мы. Никто нам не проводит экскурсию. Мы не знаем. Первый раз здесь, и мы не знаем, что здесь в городе. Какие достопримечательности. Красивенько. Ну перестань, пожалуйста, Маша. Ты же знала, что мы будем ходить гулять. Ну, уже надоело, сейчас на слово. Ну, значит, я тебя ставлю с бабушкой в следующий раз. Ну что ж ты, я буду слушать все вместе, да что? Ты же не маленький ребенок уже. Маша уже устала. Давай там 2 метра пройдешь, ты уже устала. Да ну ты ел уже, честное слово. Сколько, значит, ты физкультурой занимаешься? Я не устала. Мало занимаешься. Больше занимаешься. Не надо, я тебя больше не возьму. Все, одна друг друга обиделись. Это мама, тебе, обычный мама, разговор. Тебе, да? Да. Вы так ссоритесь. Старший ходит и нормально. Уже устали. Устали. Ты ходишь больше. А я не должна. На Настя, мне Маша. Мама же тоже в возрасте. В возрасте. Молоденькая. Звона Италиан. Кафе. Нужно бегать, как этот самый. Клёд. Энергичный. Да. Ты видишь, с утра до ночи как пропеллер охраняет. Ну, Карлсон. Пропеллер. Ты видел этих девочек, которые в гости были? О, это что-то с чем-то. Это мы вообще попали. Маргарин полный. А там смеха сколько было, ё-моё. Да не плачь, не смеха. Хохотать, перехохотать невозможно было бы. Так они вообще не контролируемые, вообще, абсолютно. Ух ты, тоже костюм. А вот смотрите сзади, какая красота. Сейчас я сниму. Вот эту красоту я покажу. А тут эта штука мешает, да. Я тебе массаж сделаю. О! А тебя жду массаж. Тебя ждет массаж. А что у тебя же такая падка тоже выпирает, как у нас власти? Иди, пожалуйста, выпьем и спину. Потому что мне массаж. Ну что, будем? Может, будем возвращаться обратно? Да, ну идемте. Да-да. А что там? Вот эта вот улица Качельная, мы по ней сейчас идем. Ага. Ага, ну идемте. Ну да. Это уже как раз и Маша тут будет рада. Счастье такое, Маша в 4 стенах сидит. Не писуй. Мама выгуляла по домочке. По фонарях. Ну да. Скажите, мы не нагулялись, ну, в молодости. У нас этого не было. Да, это точно, да, да. Я тоже, да. Я также. Выйду за границу. Первый раз вообще в этом городе в своей жизни. Не, я была, но только на вокзале, вот именно экскурсии не было. Первый раз, когда мы выехали, мы выехали не так давно. Это да. Был 18-й год. Да, Настя, 18-й. Первый раз, когда за границу, да? Да? Это 18-й год, а не, да. Не так давно. Это для меня было что-то такое, ну, мы как будто осветали. Ну да, это вообще, да, столько эмоций. Раз, невероятно просто. Угу. Мы приехали в Польшу, в Чехию, в Германию, по-моему. Угу, классно. Угу. Но больше всего Чехия, конечно. Я тоже, тоже в 2019 году была...
это. Через Венгрию мы поехали в Вену. Тоже было путешествие хорошее. Вену хотите, да? Да, там очень красиво, очень. Так чисто. Маша, необычные здания, Маша, это архитектура разная, абсолютно. Да. Знаешь, это такие архитектура, барокко. Знаешь, это разные стили, это очень красиво. Да. Люди изучают это все вообще. Красиво очень. А тут вы говорите, фонтан будет еще, да? Ага, посмотрим. А, тут какая-то набережная или река, что-то. Висла, да? Ага. Мы на Висле и мы зависли. Мы зависли от восторга. Я была на Висле в Плотске, там тоже река Висла. Протекает. Я там работала. И как раз мы выходили на набережную. Боже, там так красиво в Плотске. Набережная очень. Интересно. Тут только набережная. Наверное, нету этого. Ну, красиво очень, смотрите. Такая набережная обалденная. Тоже. О, Машенька бегом сесть побежала. Ну да, пусть ножки отдохнут. Бегом, бегом, бегом. Один капюшончик тебе будет теплее. А вон костёл, который мы фотографировали. Ну, хочешь? Костёл, который мы фотографировали. А, ого, как мы далеко сейчас уже дошли, да? Да, мы же приехали сразу реку, получается. Угу. И... Офигеть, как мы далеко забрались. Вы стойте, я покажу за углом. Угу. Да? Вот прям туда надо. Куда? Вот такой вот, вот на грабунзе, на прямо вот эту архитектуру, все крыши. Мне кажется, нам туда надо. Ну, это поздно уже. Уже начинает темнеть. Да, ну, посмотрим, может, это захватим.